Здравствуйте всем. Экстренное видео. Дело в том, что я опубликовал видео материал на Ютубе про скандал в школе номер 47. Я не учел того, что фотографии, которые были показаны в данном видео, которое я удалил с Ютуба по требованию родителей, на тех фотографиях учителя и дети, которые к этому скандалу не причастны. Так что ошибка есть моя ошибка, и автор приносит извинения учительнице данной школы Гуськовой Светлане Алексеевне за причиненное неудобство, а также хамство с моей стороны. Дорогая Светлана, простите, но автор прочитал статью журнала про город Самара. И без купюр. Единственная моя вина заключалась в том, что я действительно фотографии, которые были опубликованы в данном видео, не проверил. И они, и фотографии этих учителей и учеников, они не являются причастными к данному скандалу. Эти фотографии были взяты с параллельного класса, где учился тот мальчик, которого и избили одноклассники. То есть это не тот класс. За это автор извиняется. Но помните, любой скандал, любое замалчивание приводит к еще большему скандалу, во-первых. А во-вторых, как я уже сказал, я прочитал видео. Ой, прошу прощения, я прочитал эту статью в газете, и вот на нее надо подавать в суд. По требованию родителей я удалил то видео, но надо же подавать в суд на газету про город Самара, а не на автора, который читает эту самую газету. Автор, ну, то есть я не так уж много собрал, там 130 просмотров на Ютубе про это дело. Но газета пока еще в нашем современном мире охватывает гораздо большую аудиторию, чем 130 человек. Я приношу свои извинения перед теми, кто в этом скандале не причастен и кто сейчас учится и работает в школе номер 47. Но то, что там творится что-то неладное, это факт, есть факт. По крайней мере, так меня информировали в СМИ.